Ну это большая сережка. Барабаны продают. Да не, мы хотим для воды взять штучку. Не, у тебя колотухи прикольные, да? Так воды в дорогу возьмем. Вода есть у нас. Флай-Дубай, блин, еще. Флай-Дубай можно набрать с крана. Так, заключительный день. Проехали километров 60-70. И тут рыночек увидели. Сейчас что-то привлекло нас внимание. Колотухи вот такие. How much стоит? How much? Или шиллинг или доллар? Шиллинг. Шиллинг. Доллар? Шиллинг. How much? $1. 45,000 шиллингс. 25? 45,000 шиллингс. 5, no? 5 шиллингс. 1,000 шиллингс. No? 45. 45? Yeah. 45? 45. Братуха за дубиной. А как это называется? Тут идет торговля полная. Ну. You can see when. Вова, бери. О, окей. Идем вместе. Сейчас я его. Вот такой сувенир. Вова, какая цена? 10. Скажи ему. 10 мы уже торговали. Давай 10. 10. На. Блин, торг продолжается минут 15 уже, наверное. Алиса, вас мы сахи 10 на сутку. And you walk with sticky all of the time because friend. Thank you. Okay, 10. Ten is good. Oh, thank you. Что ты взял что-то? This. No problem. This. Leon. Elephant. Типа. Еще. Ну. Present. Present. Wait a moment. Present. It's a big file. Present. Anadagaela. Oh, present. Five thousand. Oh. For you? Or like this? Окей. Презент дали. No. Куда? Yeah. No. Why? No. Блин, вот это был торг, Вова. Ты чувствовал напряжение или нет? Смотри, как он затарился. Блин, у тебя какие-то красивее, у меня мрачные такие. Ну, масаи мрачные должны быть, да, Андрей? Да. Они мрачные. Ты какие-то купил не настоящих. Руслан, как раз настоящие в шкуре ходили. В шкуре, в барабанной? Нет, в козлиных шкурах ходили. А вот это что в шторах сейчас, это как раз не настоящие. А у меня в шкуры? Ну если такой цвет, как у нас, то шкура. У меня в дереве. Ты правда. Ой, блин. Затарились у меня. Где моя дубина? Там все дубины. Так надо же не попутать, блин. Там ладно. Я возле меня. Для сувенира вроде нет. Да. Ну вот это чудо-рынок. Вова, надо было хоть пару штор купить. Что-то мы про шторы не подумали. Шторы нам не покупать, а снимать. Снимать будешь? Ну, вот. Да не, ну это рэкет, ты чё, блин, Вова. Ну как рэкет? Ну это гоп-стоп реально. Ну, да. А Витя уже уехал. Уже гоп-стоп не канает. Я сбиваю с ног, а вы забиваете. Слышишь, Вова? Смотри, пейзаж как под проворами, акации вдоль дороги. А где пальма испортила пейзаж. Чуть поздно я камеру включил, тут пальмы начали появляться. А так
как за броварами, как на Прилуке едешь, очень похоже было. А нет, все, уже опять Танзания. Тут возвращаемся по асфальту, вот где-то под теми горами мы неделю назад передвигались, где-то неделю назад по оффроудным дорогам. Смотри, вот тут покататься, какие точки можно было поставить, посмотри. Да? Вообще бомба. А спецучасточек бы какой. И речка есть, да? Да. Да, вот и речка. Дожди прошли, речки появились. А, это дорога. Это третий день, когда после парка там со слонами, да, Вова? Как парк назывался? Тарангир. Ну, тут уже... Тарангир? Да. После Тарангира. 780. Ну, и потому что городишко. Слева заправка должна там быть. Объехали, в общем, дети на 2 дня. Объехали, да, жестко. Вот, могли бы. Да, уже туристический регион мы въехали. Вот тут мы уходили, да? Да. О, тут была жесть. То на Карату мы туда пошли, да? Да. Вот наш отельчик сейчас. Где он? Да, вот тут мы были. Сколько воды утекло с того времени. Вот он, зеленый отельчик наш. Зеленый, да? Да. Или желтый? А, вот этот за зеленым. За зеленым, белый. Розовые ворота, вот они. Будем заезжать? Тут он. Да. Да? Да. Третий или четвертый день тут был у нас. Третий день. А, усё это. Третий день пути. Синий. И потом уехали в жесть Карату, да? Вова. Мамба! Продажа сувениров, догоняют пешком автобус. За нами тоже тут с орехами вчера в темноте почти бежала девочек толпа. Мамба! Вова, накрывай вот сюда. Сейчас накрывай. Да, местность поменялась. Сколько нам километров? 110 до аэропорта. Уже так спокойнее чуть-чуть. 120. 120? Нет, уже не так спокойно. О, верблюды белые. Верблюды. Да, Вова говорит, камни как с вулкана лежат. Похоже. Да, давай покажем дорогу в Танзании. Разметка идеально ровная. Говоришь, во сколько? 22:55? Да. Да, рейс на 55 минут перенесли уже. Осел с дорогой. Осел дорогу переходит не спеша. В салон залетит, мало не покажется. О, боком автобус традиционный. Боком? Ой, капец. Да. Бочком. Много здесь таких автобусов. Ого, речка. Это после вчерашних дождей, наверное, да? Да. Вода такая. Да, тут, наверное, такой прозрачной, как у нас, воды в горных реках не бывает, наверное.
такие дома тут есть. Тут, конечно, нередко. Все, вроде бы. Похоже, чтобы был запас прочности до Дубая. Мы сейчас поедем, проголодаемся. Опять поедем. Да, все, мы в цивилизации уже. Диваны, дрова, заправка, все тут. Самолеты. Типа Cessna. А не, Cessna еще меньше. Ну маленький это. А, меньше точно. Аэропорт. А там типа есть маленький. Местного значения, да? А мы много проезжали, мы просто их не видели, они закрыты были. Скоро ну, да. А он побольше самолет, да? А у них популярный, как теперь, между страной на самолетах, популярно так движение. Электростанция стоит. Да что-то да такое. А вот написано. Школа. Международная. Ого. Садовитесь, наверное, здесь. А там тоже въезды есть. Или сафари-машинка, да? Серьезно. Вряд ли там платный. А что они там закрыли? Ну, в смысле, заняты. Так выруливать, вот здесь вот. Он рядом с этим. Да, у него колесо раскручено. У него Яна, кстати, вот. Да, подъехали. Вот супермаркет, наконец, настоящий. В цивилизации. То все дни непонятно, что было. Такая страна, контраст сегодня будет виден сильно. Но в цивилизации тут обмен валют есть. Валюта не конвертируется, русская. Смотри. Тоже нет. 2,170, 2,210. Хороший курс. Да. Евро 2,620. Ну это купюры, видишь, 50-100 долларов, курс выше. Так нету рубля. А что это? Ну, в обмен. Курс, смотри, а. Купюры 50-100, видишь, другой курс, верхний он. Да. Только мы бегемотов искали 3 часа назад с Вовой. Тут уже полная цивилизация. Вова, успокойся. Хотел 200-ку уже арендовать. Ого, неплохо тут. Цивилизация. Блин, куда мы попали в другой мир, Вова? Мы попали в другой мир. Мороженое, пирожные. Ого, такие ценники тут не детские. Ты будешь мороженое? А вон шоколад. Все есть. Не, это блокноты, это не шоколад. Огромный. Мороженое будем или нет? Я не ем мороженое. Я буду мороженое сестре. Смотри, тут все.
Здорово. Тебе не бегемотов по болоту искать? 6000. А? Ну? No. Мясо есть, шашлычок может сделаем возле аэропорта, нет? Ох, Вова. Это колбаса, но цены... Вот, смотри, балуй. Деликатесы. $6. $6 вот этот смешной. Ну, как бы у нас он не на много, он тут же людей... Да не, ну тут же у людей другие возможности. Да у нас дешевле значительно, ты что, $6. Там же веса почти нету. Сколько грамм, посмотри, для людей, чтобы понятно было, да. 250 килограмм на 4, $24. $24 килограмм, не, ну у нас явно дешевле, ты что? А по фруктам, овощам? Ананас тут будем покупать? Да. Сыр немецкий. Тоже $6. Почем яйца? 2500. 6 яиц получается. Это доллар. $1.20, 6 яиц. Вот так тоже по 20 центов яйцо. Да, после дикого рынка, конечно, с масаями. Бери. Совсем по-другому все выглядит. Посмотри, рошен может есть. $5.50 масло подсолнечное, бутылка. Да, цены жесткие, слышишь? Вот что-то дешевле, но непонятно что. Ого. Шоколад по $7. Шоколадка $7, да, красавчики. При этом уровне страны. Печенька с Канады. Цена? 86 тысяч. $45. $45, нет, меньше. $40. Жесть. Вова, с Танзании хоть есть какие-то продукты? Давай найдем что-то местное. Это кофе, да? Откуда? Танзания кофе. Больше кроме кофе ничего нету, да? Ну, пока мы не живем. Ты Wi-Fi включил? Да, наверное, не знаю. Впервые за долгие дни увидели белых людей. Где-то сколько? Неделю уже не видели точно, наверное. Видели белый человек? Да видел белый человек. Два даже белых. Это вообще фантастика. Вова. Что это такое? United Kingdom. 6 почти баксов. Короче, собраны. Хорошо, надо посмотреть. И собраны продукты со всего мира. Германия, Южная Африка. Ну это же надо же завод, чтобы был, понимаешь? Их же так ни в банку не положишь. Из-за этого цены просто космос. Реально дорого. Внедорожники. А где аквариумы, ну, есть? Вот если есть, это прикольно. Ну, отдел хозтоваров. Интересно, $150 мультиварка, но это дешевая, нормальная, вот 420 где-то, да, не просто им здесь. Да, контраст в этом месте ощущается как нигде, да? Можем обгонять там, да? Сразу после масаев, смотри. Сфоткать вас? Становитесь. Нет, напротив становитесь, вас видно. Серегу не видно. Сережа, встань. Ты куда ты смотришь? Смотри на меня. Нет, наверное. Нет, как я могу выдать. Нет, что я? Работать, yes.
крутой, но не работает. Да, немного здесь масаев и просто людей. Какая-то местная сирота. Да, будь идти. Люди сидят, работают. То есть тут полная цивилизация ощущается. Ну, контраст сумасшедший. Наверное, уже раз 200 повторил. А вот и елка, Новый год. Обувь, одежда, все есть. Парикмахерская, модная. А вот и оффроудный магазин. Почну, скажем, туристически. Все есть. А, это все та же Танзания. Вон костюмы напротив в неограниченном количестве. Сейчас пойдем, зайдем в кафе не масайское. В трущобах, а в человеческой. Вова уже зашел. Валя, цены, да? А чего я не снимал это все? Смотрите, поднесли. Мы просто остановились. Зависли. Да, и все. И прайс завис. Две недели скитаний по лачугам. Питание козами свежеубитыми. Вова в шоке. Что ты видел? Я заказал, смотри, ван. Кого? Одно это. Бюджетненько. Конечно, прайс нормальный. Так ты заказал картошку с картошкой? Одну картошку? Нет, а это что, курица? Нет? Чипсы, сало, чипсы, картошка. Ну и тебе, значит, будем картошка с картошкой. Не, подожди. Вот это. А, да, а это что? Нет, да подожди, поздно уже. Ладно, картошки хватит, давай я что-то еще поищу. Блин, реально. Забросали прайсами. Давай я тебе картошку, а ты мне мяса возьми какого-то. Оно может быть пост. Да? Ладно, давайте тут поищем, что еще есть. Это самый, наверное, дорогой, самый заряженный торговый центр в Танзании, да, наверное, мы попали? 3 часа назад бегали, Вова бегал за бегемотами, блин, в поисках. И воду люди с болота набирали. Чай пить не удалось нам утром, кстати. Запах такой был, что жесть просто. Где ты, Серега? Смотри, какая Танзания другая совсем, да? Те детские комнаты. Как не Танзания? Это мы где-то в кусок Европы, да, попали? Да, им сделали замени им, а скорее. Не, вот за воротами сразу Танзания там видно. Туалет не Танзания. Круто. Да, даже подача мыла автоматически. Конечно, уровень другой. С брендовыми вещами, магазины. Я думаю, никто не ожидал такого здесь увидеть. Не, ну понятно, что какая-то цивилизация есть. Но как-то так контраст огромный просто. Вот елочка. Смотрите на эту красоту.
Да. Там где-то наша машина на парковке. Такие детские магазины сиротские. Что еще вам показать? Эскалаторы. Ну такой полноценный торговый центр уровня европейского и мирового. Напротив банк, фонтаны. Даже если такая, вы там сидишь? Пересели. Лучше, чем самолет. Да, вот такая другая Танзания. Ну что-то скажешь ты про этот оазис в Танзании? Ты в шоке, да? А что с губой? Закатал. Слышу, ну еду несут примерно так же, как и остальные, блин. Сколько? Нет, ну подождите, значит оно не лежит. Ну это ж быстрого питания, типа ресторан. Ну как бы да. Но еду несут так же, как и это. Как везде. У нас просто массовые заказы, а здесь получается. А, тут столько людей не было. Сейчас, подожди. Дай я белых покажу. Тут белых больше, чем черных. Вот там еще вдалеке, вон тетя. Смотри, что белые сейчас тебе продают. Папа. Думаешь? Ну да. Так а что ж делать? Вот сзади еще белые. И вот каких-то два белых напротив. Белые. Ну как в заповеднике здесь. Вова, а что тебе принесли? Это не анализ чей-то? Вова. Сказали снять анализ. Вова. Это крокодилья икра. Это крокодилья икра. Ты крокодилов искал же? Мы, помнишь, с тобой по берегу ходили? Сейчас в Ютубе через минут 20 появится это видео, как мы ищем приключения. Вот ты их нашел. Это самое худшее, что я пил. Самое худшее? И сколько это откал? 8? Нет. $4. Вова, блин. Может не петь? Давай я выброшу. Стой, дай я выброшу. Дай. Все. На. Отдал человеку, который нуждается. А вот и еда. Но это не наша, да? А где наша, Вова? Вот это наша? Ну, наверное, это тебе, наверное. Это тебе? Мы заказывали шаурму. Ну, мы на двоих с Вовой, чтобы фигуры не испортить. Правильно? У меня еще 8. Еле глотнул? 8 картошек. После стольких дней скитаний, да, Вова? В этом оазисе цивилизации съесть картошки вредной для организма. У нас было практически вегетарианское питание вообще. Рис. Сейчас перекусим, покушаем тут. И к масаям. Рисом добавим. И к масаям. Правильно. Не, хороший. Давай. Вова говорит, хоть с одним блюдом угадал. Чебараки. Чебараки называется? Да. Ну, по виду да? Похоже на чебараки, я тебе скажу. Чистейшие чебараки. Ты, Серега, я тебе не рекомендую. Ты можешь отравить. Чили не чили. Что, ты по-флотски картошку делаешь, да? Чебараки. Там цибулька, да? У меня уже название покупают. Это индийская кухня, хорошая. Давайте, посудим. Нет, вообще не Вова, читает. Ну скажи, как чебараки тебе вообще? Чебараки. Мне не надо, стой. А, не я думал, ты чебараки. Чебараки мне не добавляй пока. Потому что мне сложно переваривать. Я пока название запомню, давай. А в следующий раз, когда мы приедем в Танзанию, уже тогда поедем, и тогда будешь меня кормить чебараки. В Индию когда поедем уже? Давай, короче, ты ешь сегодня, а я уже в Индии пробую.